Я неспроста сегодня пришла в эту экологическую комиссию. Мы должны вообще сохранить тот маленький участок леса, который есть. В противном случае, ну что мы, опять 9 мая выйдем на какой-нибудь пустырь и будем там сажать березки? А здесь вообще шикарный лес, 100-летние ели, и мы будем их вырубать, чтобы построить очередной небоскреб. Я думаю, что городская дума учтет наши пожелания и пойдет нам навстречу и поможет нам в решении этого вопроса.